что, попробую на рикошете поиграть. Пробую, вернее. Всех с Новым годом. Сегодня 2-е число. Ну, чисто так, разнообразить. Короче, сделали что разработчики? Вместо каких-нибудь новогодних подарков, да? Ну, например, что вы выдумали, что будет в этой игре? А вот смотрите. Ускорение всех танков, перемещение в 1,5 раза. Все. Все. Как хотите, так и поступайте. Просто танки все ездят быстрее. И все, блядь. Вместо каких-нибудь премиумов, нормальных ивентов. Вот такое вот. Ваши танки, наслаждайтесь. И все. Вот такие вот дела. Так, что-то у нас один выскочил из битвы. Ну, ладно, ничего. Не, ну пушка в принципе, что я думал, она хуже будет. О, теперь другой вошел. Она медленно только стреляет, разве что, и все. Довольно интересная механика. Блин, он броню подобрал. Я, ну видите, чуть-чуть я не добил там. Вообще за мало. Откуда? А, там. А, так он у нас прямо на базе, блин, катался. Гад такой. Так, мелкий. На васпе. Смотри-ка, дострелил. Ничего, подкоцаю. Короче, хоть какой-то бой получается. Каких тебе запасных магазинов, чувак? Под корцем. Короче, вот сами видите, такой бой. Буду что-то вылавливать, играть и записывать. Спасибо всем за просмотр. Всех с праздником. Ну давай, чё ты, мать, потерял? Ни рыба, ни мясо.
прицелился шафт. А чё толку? Он-то не видит нифига. Сейчас модуль от кулдауница, его, наверное, уберу. Вот и все. А где смока, которая тут была? Тю, вот, лох. Хотя бы минками бы подминировался сзади. Может, возможно, он, конечно, это и сделал. Я не обратил внимания. Взял титан, попробую на нем. Маленько прикрыл. Надо здесь с туннеля нападать. Однозначно надо. Во-первых, это их отвлекает, дезориентирует немножко. А, нет, он минки поставил. Ого. Лупанул как. Лупим. Тащим. Я перекрыл просто вот так проход и все. Они, видите, даже ничего не смогли сделать. Десятером, блядь. Не хватает. Так, кто там едет? Я вижу, да, что там. Ох, только сейчас взорвали. Ну и ладно.
сколько мы там потрепали нервы им, 100%. Поедем опять скатаемся туда же. Да, если бы у меня не смока была, не знаю, Трик Твинс какой-то под ДДХой. Вообще бы цены не было. Помощь в уничтожении Ген Стэн. Там вот это что? Ген Стэн. Ну-ну. Иски нету. Жаль. Кинул аж эти две минки заморозки. Поспешил. Я считаю. А, вон они все закрытились наверху. Проехать, я уступлю без проблем. У них шафт еще где-то стоит, что ли? Оскорбление и так далее, да. Мне пофиг, что там сидишь. Да, внимание надо не обращать на таких блокиров, то есть все. Не умеет нифига сам, блин. Начинает обвинять, обсирать тебя со всех сторон. Ты такой, а он такой. На войне все методы, чувак, пишет хорошо. Вот абсолютно правильно. Более чем прав. Все, спасибо всем за просмотр. Ну чё, и захват флага на Рио выпал. Попробуем подефить. Да, как я и сказал, мега подарки от разрабов — это в 1.5 раза ускорение всех танков, которые
которая нахуй никому не обосралась, так скажем. Дебильные я просто не видел призов, ивентов, подарков, как сказать. Люди, которые мешаются в этой игре, они имеют особый статус долбоёбов. Стоишь на флаге, стой, базара нет. Не стоишь, я встану. Так, сечём также хитрожопых. Показался не хитрожопых сечём, которые с неуязвимостью будут приходить. Ну их видите нет пока, потому что ждут модуль. Чё они флаг не утягивают? Рашит-то примитивно, это неплохо. С Эми приехал, как положено. Мачканем. Вон вверху мразота стоит, стреляет. Надо убирать. Минус косарик на кормите. Ощутимо. Лупим. 3-1. Еще 3 минуты осталось. Плохо. Забирайте. Че, я не пойму, у нас людей что ли не хватает? Да нет, вроде хватает. А чё ж все так плохо дефят-то? Да, флаг. Ну и ладно.
упал? Нет, что-то понять не могу. Т2, неплохо. А сверху видели, крыса стоит, стреляет. Блин, дайте мне его поехать убрать, а? Парни. Хотя бы так. А пусть везет, пофиг. Она не смогла, или он, кто это, не знаю. Позор. Красиво. Все, затащили. Че, ну такая подборка боев получилась. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.